Отправляясь на пикник, не обязательно брать с собой лишнюю посуду и принадлежности. Достаточно знать небольшие хитрости и умело применять их на природе. Итак, если вы решили перекусить сухим завтраком, а под рукой нет тарелок, не переживайте. Отрежьте боковину у картонной коробки от сухих шариков и налейте молока. У вас получилась одноразовая тарелка, из которой можно спокойно покушать. Если вам хочется заварить чай, но под рукой нет ситечка, чтобы отцедить чайные листочки, сделайте его сами. Возьмите бумажный стакан и вилкой проделайте снизу дырочки. Затем ставьте этот стакан в кружку или такой же стакан, насыпьте заварку и налейте кипятка. Через минуту верхний стакан вынимаете, и все заваренные чаинки остаются в нем, а у вас в руках чистый вкусный напиток. Если вы решили позавтракать яичницей, но под рукой нет сковороды, наши советы вам в помощь. Возьмите простой бумажный пакет, разбейте прямо в него яйцо, добавьте бекон, помидор и все, что вам нравится. Запакуйте пакет и подержите над углями. Не поверите, но через пару минут любимая яичница готова. Кстати, также на углях можно приготовить попкорн. В пищевую фольгу насыпьте кукурузу, добавьте каплю масла, запакуйте и поставьте на угли. Через несколько минут вкусный перекус готов. Используйте наши советы и приятного вам отдыха! Bye.